Нет. Торт. Торт, да. Да я не знаю, я такая думала, думаю, утром встану, я буду кофе вот с Янкиной штукой. А сейчас я такая увидела бутерброды, такая, бутерброды, потом такая, о, торт. Ешь все. Салатики. Говорит, похоже, вы не спите. Это явно. Ням. Саня, я сейчас все съем. Твой кофе готов. Хватит там нейру залипать. Мы знаем, что ты делаешь. Нормальными вы порциями пьете сироп. Гулять, ну, я потому что большие банки, никакие у нас такие мелкие. Тебе туда кофе не влезет. Ну такой же. Там-то порция залита, как такие влезет. Чашки. Ага. Вот опьешь. А видишь, он не полностью все равно. Ну еще посмотри на эту кружку. На то. Нормально. Да. Как раз будет горкой. Да-да. Кофеварка скажет, я не поняла. Лимит сделан, две чашки. Что за фигня? Лимит в неделю, две чашки. Какого фига вы ко мне пристаете? Два месяца не пользовалась. О, вы тоже кофеманы, да? Вот ты как по кофе пьёшь. У меня стояла пылилась. Ну, я знала, что у нас есть кофейник, Алексей. Да, но даже вот... приходишь, его при тебе типа в упаковке насыпают все дела. Молодцы. Прикольно, только откуда у нас кофе? Да, кофе-то не местный, это обжарка. Приводят, да, обжаривают здесь. Да, в этом, строитель. Так и я же говорю. Выращивает. Не обязательно, но они могут покупать тоже хорошие зерна просто и так далее. Ну так я и говорю, что кофе покупают, просто обжарка местная. Не знаю, вчера была, пила, была нормально. Сироп стоит. Какой? Ну вон еще кружка стоит. Вот. А ты не хочешь? Ну не хочу. Он заколебался варить. Ага, скажи, вот это вот. Yeah.
Thank you.
конечно, было бы гораздо проще. Привет. О, это ты? Я тебя повсюду вижу. Я Джин Нельсон. Джин Нельсон? Я Фиби Фиби Буфе. Мы действительно очень много видимся. Точно. Может, увидимся сегодня за ужином? Скажем, часов 8. Может, и увидимся.
Thank you.
Собеседование и весьма важное. Зарплата выше и занимается на рынке данных и статистикой. У меня кто-то знакомый тоже. Я. Ты что?